Сложно представить себе торжественное застолье без должного оформления. И то, что на первый взгляд кажется легкой работой декоратора, на поверку оказывается тяжелым трудом. И физическим в том числе. Айгуль Миронова вращается в этой красивой сфере уже не один год и с точностью может сказать, что творческая составляющая – лишь верхушка айсберга. Если бы на самом деле я тогда знала бы, что стоит за этой профессией. Потому что, когда я решила стать декоратором, как и многие девочки, я представляла так. Я придумываю что-то, я сижу, творю, придумываю, тут цветочки, тут ткани, вот это все. Потом я прихожу, и как-то в зале это все само собой случается. Вот сейчас, через 7 лет работы, я могу сказать, что в нашей профессии творчество, наверное, процентов 10 от силы. Все остальное, во-первых, это тяжелый физический труд. Очень сильно поменялась мода за эти годы. Когда я начинала, это вот приходили, мы вешали ткани, просто ставили там пару цветочков и все. Сейчас за эти 7 лет очень сильно изменилось. Сейчас, во-первых, очень сложные конструкции стали. Сейчас ткань уже никто не вешает, потому что залы красивые. И в красивом зале просто повесить ткань, это уже неинтересно и не смотрится. Поэтому у нас сейчас как-то мы связаны и с электрикой. Потому что надо, чтобы подсветка какая-то была, какие-то элементы светящиеся. У нас очень много теперь в оформлении используется материалов, которые используют рекламщики. ПВХ, оракалы, все остальное. То есть этим тоже надо уметь работать. Потом это же все тяжелое. То есть если нанимать целую команду, как делать в больших городах, бюджеты. Вот тут как раз творчество вступает в противоречие с бизнесом. Второе, что самое тяжелое, наверное, в нашей работе, это ответственность. И вот когда девочка, она ждет этот день, она волнуется, она готовится, понятно, что мы не можем ее подвести. Вот ответственность, это на самом деле, вот, вы даже не представляете, какой это уровень. Вот я, когда начинаю работу, когда у меня есть свадьба, я уже с начала недели боюсь заболеть, боюсь попасть в аварию, боюсь сломать руку или ногу, потому что я подведу этого человека. И все же выбор был сделан неспроста. Я думаю, что декораторство у меня было в крови. Вообще это началось еще в студенчестве. В наше время общежитие студенческое, вы не представляете, какие они были. То есть это были вот эти железные койки, деревянные тумбочки с 50-х годов, тараканы, в общем, обшарпанные. Это было страшно. Я помню, поразило все общежитие, когда на первом курсе на каникулах я поехала домой, купила какую-то розовую такую дешевую ткань, хлопковую, много, и сшила на кровать покрывало розовое, вот на эти, значит, железные штуки такие, вот я натянула, сшила, как они, чехлы на тумбочку, и вот, представляете, люди, вот они заходили, они идут по общежитию, вот коридор обшарпанный, пахнет туалетом, то есть вообще страшно было. И они заходят в нашу комнату, и у них такая розовая кровать принцессы, и у всех были такие лица. И вот я тогда поняла, что декор – это вообще такая вещь, которая очень впечатляет. Айгуль декорирует любые праздничные торжества. Самые волнующиеся заказчики, как правило, это невесты. Многие из них доверяют вкусу Айгуль и остаются в восторге от результата. А ведь подготовка зала к большой свадьбе может начинаться в понедельник и заканчиваться в пятницу. Понимаете, невесты часто, опять же, представляют, думают, что вот у нас готовые. Вот, то есть вот эта вот штука я привезла, вот эту готовую, раз ее так привязала, вроде как бы и все, и за что деньги брать. На самом деле вот у нас каждый цветочек, он по отдельности. Они хранятся вот так, потому что невесты, они все очень разные. Невозможно на каждую, под каждую невесту сделать какой-то готовый элемент и его просто хранить на складе. Сначала, значит, пенопласт, а потом по цветочку уже. Вот тоже, кстати, руки очень сильно устают, потому что по цветочку мы в этот пенопласт втыкаем. Потом я отхожу, смотрю, на месте ли цветочек, потом подхожу и, в общем, вот так вот по цветочку мы всю эту композицию собираем. Цветы, по словам Айгуль, она покупает сотнями. К примеру, в таком вот каскаде их не меньше 300. И каждый цветок был заботливо и со вкусом пристроен в композицию по всем правилам флористики. Само собой, без помощников иногда не обойтись. Мы там и выезжали, я помню, в Косую степь, в Сатышлинский район, а мы ждали, когда закончится свадьба, и потом ночью возвращались обратно под ливнем. Это было 4 часа утра, мы под ливнем грузились, мы промокли, устали, я хочу спать, я за рулем, и вот девочки едут у нас, а еще же полная машина декора,
То есть там Катя вообще сидит где-то в декоре, согнувшись вот так вот в три погибели, чтобы разместиться. Нам еще в дорогу дали торт, я помню, вот Люда, она всю дорогу меня кормила ложкой этим тортом, чтобы я не заснула. У нас, знаете, в декоре главное две задачи, чтобы было красиво и чтобы не упало. Свадебная мода не стоит на месте. Тенденции меняются каждый сезон. И здесь главное отработать в тандеме заказчик-декоратор. К тому же очень важно учитывать стиль зала, в котором декоратору предстоит трудиться. Я девочкам просто говорю, что, например, переделать зал, его цветовую палитру достаточно сложно. Вот, например, если зал бордовый, и девочка вам хочет какую-то фиолетовую свадьбу, это нужно будет и стулья перекрывать, портьеры мы снять не сможем. То есть это все очень сложно, но дорого. И зачем это нужно? Когда я начинала работать, были очень популярны сначала белые свадьбы, потом вошли в моду такие темно-изумрудные, темно-бордовые. А до этого еще были синие и красные. Сейчас цветовые палитры очень сложны. То есть сейчас в оформлении не используется, например, только красный и белый, и все. Если красный цвет хочешь, его можно сейчас сделать интересно серым. Вот красно-серым очень красиво смотрится. Сейчас вот пошли у нас свадьбы светлые, пастельные. То есть это нежно-розовый, шампань, вот такие оттенки. Их тоже стало очень много, невесты их выбирают. И поэтому я уже прям с таким... жду, когда мне придет невеста на какую-то уже яркую свадьбу. Я соскучилась там на изумрудную, темно-синюю, темно-бордовую. Но независимо от цветовой гаммы, оформление каждой церемонии – это огромный труд. От идеи до финального монтажа конструкций, от нескольких часов до недели работы. И это только для того, чтобы сделать свадебный день или юбилей, или любое другое торжество идеальным и запоминающимся. Август для нас самый сложный месяц. Это по количеству свадеб самый такой свадебный месяц. И там нам приходится работать от и до. Поэтому вот после августа, наверное, после сентября наступает действительно творческое выгорание. И каждый раз я думаю, ну, наверное, все. Надо завязывать с этим и что-то новое придумать, более спокойное, такое, без этой нервотрепки, чтобы вот как-то не жить от пятницы до пятницы. Проходит месяц-два, я отдыхаю, потом приближается Новый год, ты опять начинаются проекты какие-то. И вот каждый раз, когда я вот прихожу и начинаю опять потихоньку делать эти цветочки, я понимаю, что нет, я еще не все сделала в этой профессии, не все сказала, мне еще нравится, я еще хочу. Единственное, что я надеюсь, что у меня хватит здоровья, потому что, ну, действительно, это, как я уже говорила, повторюсь, физически сложная работа, и тут важно иметь очень хорошее здоровье. Пока моего здоровья хватит, я с этой профессии не уйду.